Перед нами железные вериги патриарха Никона. Это копия, которая передает подлинные вериги схоронения святейшего Никона. Они состоят из креста, в которое встроено резное по кости изображение распятия, пронама и цепи. Одевались они таким образом, что крест находился на груди, а пронама на спине. Весили они 15 фунтов, это приблизительно 6 килограммов. Аскетический подвиг патриарх Никон совершил в июне в 1658 году, оставив первосвятительскую кафедру, подчинив свою жизнь строгому монастырскому уставу. Эти вериги он проносил 23 года в тайне, не снимая до самой смерти. Данный экспонат вы можете увидеть в экспозиции Музея Новый Иерусалим.